сказать, конечно, да, спасибо Виктору, я в прошлый раз у него обучался с удовольствием контактной практике, сильно заинтересовал это все, ну и раньше интересовало, но после того, как прошло обучение, это стало более ярко все, в моей жизни много что изменилось, я решил войти в эту тему, потихоньку двигаюсь, вот то, что есть, это за полгода, тут два набора, малый, средний набор, пути большой набор. Ну и чаша для контактных практик, индивидуально для меня, которая тоже работает. Работаю в санатории город Белокуриха, санаторий Родник Алтая. Активно ввели в практику этот вид массажа, то есть как контактных, так и бесконтактных. То есть звуковая ванна, звуковая колыбель практикуется в санатории, практикуется контактный массаж. Ну и раз в неделю я веду. Ну, для отдыхающих, это такой маркетинговый ход, групповые вечерние медитации. Самая максимальная группа была у меня 29 человек. После этого люди активно начинают покупать процедуру, что доставляет удовольствие как морально, так и материально. Но, я тоже активно применяю. Я раньше приняла, то есть я пришла в прошлом году, в смысле как полгода назад, да, на этот семинар, то, что я уже применяла эти практики. Это ни в коем случае, это только обогатило, и мне на самом деле понравилось даже больше вот эта вот методика, которую вы дали, что как-то вот несмотря на то, что пользуешься только одной чашей, почему-то вот спектр ощущений, вот как-то то ли она более продумана, ну вот он более эффективный, да. Поэтому к практике не приступила, но я очень вдохновилась. А мне очень понравилась сама идея, да, что это одна чаша для используется для работы. И сама подача материала очень как бы мне понравилось, я люблю, когда вот все четко. Хотя вы и сказали, что много говорить, не знаю, я бы слушала и слушалась. Мне очень нравится, особенно вот эта личная практика, как бы, ну где я еще это могу? Вот, то есть как бы и теория изложена, она четко, что для меня вот очень важно, я люблю, когда вот по полочкам все. То есть это и понятно, и укладывается очень все так быстро, понятно. Ну, при этом и практики было достаточно. Мы все это вот прошли, как бы закрепились все свои навыки. Я довольна. Отлично. Я о чашах знала чуть-чуть пораньше, но к вам все равно пришла. Мне понравилось, я написала уже, что мне понравилась легкость подачи информации, которая воспринимается очень легко и как-то на самом деле укладывается. Еще что я хотела, ну я не написала, это я просто уже потом, когда ехала домой, додумывала, что вот тот момент подачи, что не все прям такой вот законный, вот только так, только левой ложкой строго на восток, там или еще куда-то. Нет, есть интерпретация, ну, основы какие-то есть, направления, в этом направлении можно импровизировать и действовать в это направление. Не так, что вот только вот так вот, или только вот так вот. Как тебе удобно, как ты чувствуешь это. Мне еще понравилось то, что вот прям, я хочу, прям очень хочу отметить, что вы поблагодарили тех, кто присутствовал здесь, и поблагодарили тех, кто нас отпустил сюда. Да, конечно, это настолько, конечно. Вот мне кажется, вы понимаете те отношения, которые в семье складываются, потому что ну, это просто феноменально. Не все преподаватели это отмечают. Вот. И я немножечко скорректировала то, что у меня было в голове до этого. Ну, не знаю, в какую сторону, в лучшую или в хорошую, или в худшую. Ну, пока не знаю. Но пока нужно работать. Самое главное, что это притянуло, это заставило сюда идти, и значит, это для чего-то надо.